Что, ребята, я вам скажу, знание – это сила. Вот здесь все время самый первый распускался красный цветочек. Ну вот, мы уже скоро будем его видеть. Вчера я выходил вечером на работу. Этот кот ждал свою невесту, можно сказать, под балконом. Всю ночь пробыл, но сейчас немножко опять отдыхает. Ну, будет ждать невесту и давать серенаду. Мартовский кот – это мартовский кот. Так, ребятки, давненько я не выходил просто так. Но я все-таки вышел. Вышел я из дома у 13 с копейками. С 10 часов до часу я поспал после работы. Поел борщика и думаю, нет, надо занять горизонталь. Поленился и не поехал за бесплатным хлебом. Вышел из дома с целью заполнить лотерейки. Ну, я их и заполнил. Выглядываю в окошко в подъезде, смотрю, дама стоит с котом, с кошкой на поводке. Сколько живу, ни разу такого эпизода не заставлял. Ну, сфотографировал, просто поговорил. Оказывается, они приезжие, а кошка местности не знает, поэтому лучше держать ее на поводке. Все мы ходим на поводке. Короче, вынес мусор. Думал сэкономить пакетик для мусора. Проявил неслыханную, так сказать, расточительность, выкинул пакетик. Найдем что-то там дома. Что дальше? Шел по дороге, встретил товарища, с которым играли в футбол. Миша голы забивал, бегал неплохо. Вот эта шея у меня, как там было названо, выдает мой возраст. Надо какие-то шарфики вешать себе на шейку. Только не пеньковый галстук. Что дальше? Ну, сказали меня, что я хороший человек. Зашел в магазин, поставил на лотереи, на билеты, на тройку. Ну, с какой номер хотя бы? Ну, я скажу вам 001. Посмотрим, будет ли у нас завтра возможность выпить кофе с Сашей. Все время ему обещаю стаканчик кофе. Что дальше? Поговорил с дамой. Одни говорят, подквасил капусту. Капуста какая-то мне непонятная. Вот это я вопрос ей не задал. Вчера делал капусту, а она стала какая-то вроде бы мыльная. Ну, не знаю, почему так произошло. Может, капуста такая, может... Миша, не болтай ногами. Ну, может быть, вроде бы все правильно. Как сказала женщина, капусту надо квасить по мужским дням. Поэтому я квасил ее у понедельник, значит, тут уже все правильно выдержано. Ну, может, сахара много в этой воде. Но вода простояла трое суток. Вот это... Ну, вы поняли меня. Ну, я ее поставил в холодильник. Съедим все равно. И мыльную тоже. Что дальше хорошего? Ну, сейчас я, наверное, хочу попасть в секонд-хенд, купить брючки. Но, наверное, не буду это делать. Но за моей спиной стоят две березки. Скоро у нас будет уже березовый сок. Не у некоторых, по крайней мере. У кого есть желание попить. Что дальше? К моему последнему видео напишут о том, что я, можно сказать, сдаю людей. Из-за меня они могут попасть в окопы. Ребята, выйдите на улицу. Сколько людей тут бегает. Короче, обвинять другого – это всегда... Обвиняйте сами себя. А Миша никого никуда не сдает. Опа, поэтому, Мишенька... Дама, которая, кстати, продавала мне лотерейный билетик, говорит: «Миша, ты какие-то маникюры отрастил». Я спрашиваю: «А что вы думаете, я сделал последним делом, выходя из дома?» Подрезал волосики в своем носике. Вот так, стихами говорю. Ну, постригем и ногти. Так, всем здоровья, удачи, хорошего мартовского дня. Тревога прозвучала, но еще не отменена. Слава богу, взрывов не было. Вот такая обстановка. Ветерок дует, Миша. Еще не досказал, ребятки. Мозга достает и достает всякую информацию. Идя сюда, встретил своего героя из, так сказать, предыдущих видео. Мужчина, который исполнил песню «Жизнь у нас не кончается». Так что, ребята, заканчиваю это свое видео на такой же его фразе из его песни. «Жизнь, ребята, не кончается». Вперед!